Эксклюзивное интервью от Арины Сорокиной специально для глобальной волны. У меня вопросы, которые мы с вами уже обсуждали, но они всегда интересны для обсуждения, потому что касаются каждодневной жизни. У многих чиновников есть родители, они с ними, может быть, беседуют, может быть, нет. Я думаю, ваши вопросы, ответы могут для многих быть поразительны, вот, нестандартны. Вот, потому что у вас другая энергетика. Вопрос, что вы чувствуете, какие у вас озарения были за последние месяцы, какие у вас ощущения о жизни, к чему вы пришли, потому что даже я понимаю, что все больше и больше каждый день. Почему вы? Да. Что для вас было открытием? Но мне на сегодняшний день 77 лет. Соответственно, за все эти десятки лет я занимался наукой с одной стороны, с другой стороны, но невольно параллельно думал о бытие разном. И вот отсюда такие следующие выводы я делаю на сегодняшний день. Первый общий вывод. Я поражен, в какой цивилизации я живу. В какой цивилизации? То есть я вижу это, что эта цивилизация, состоящая из многих национальностей, там 7 миллиардов людей и так далее, и так далее. Они беспрерывно там воюют, беспрерывно там еще конфликтуют там, и так далее, и так далее. Вот. При этом я вижу, что какие-то достижения, какие-то разумные это, попытки в науке что-то найти, эта цивилизация мало что находит вообще. Хотя привлечено огромное количество ученых, там 6 миллионов и так далее. Это раз. Теперь по тем отрывочным данным, которые мы располагаем, то здесь возникает такая вещь, что люди, которые были раньше, вот, раньше даже 100 лет это получается, те, которые ученые, один ученый, ну я уже говорил, у них типа Ньютон, он стоит тысячи ученых сегодняшних по своему интеллекту и так далее. Вот это. Теперь второе. Я вижу фотографии ученых, рисунки те, которые были раньше, даже там 50 лет, и вижу сегодняшние. Разница колоссальная. То есть я вижу интеллектуальные лица. Это со временем, не 10 лет, а когда человек думает, то интеллект начинает пропечатываться на лице. Это. А вижу сегодняшние. Это поросячьи тупые морды, хотя он доктор там или еще прочее. Конечно, шокирован этим получается. Это приводит к тому, это отрицательно, это не просто эмоции мои там личные, это приводит к тому, что эта экология резко ухудшается. Она не случайна, а по этой причине, что я сказал, что в такой цивилизации. Беспрерывно какие-то войны бесконечные идут и так далее, и так далее. Получается. Эта картина очень-очень невеселая. Причем меня удивляют разные вещи. Там американцы, кто-то собирается там на Марсе все осваивать, там что ли, жить и так далее. Ребята, да вы на Земле даже не можете путевым сделать, и рветесь на Марс, утихомирьтесь и так далее, и так далее. Это раз. Теперь, если берем уже, общество состоит из Homo sapiens, из людей, 7 миллиардов людей, то здесь меня поражает, как это эти Homo sapiens оцениваются биологически, психологически, там, в медицинском плане и так далее. Я просто поражаюсь. То есть человечество освоило, что позвонки, сердце, желудок и так далее. Это человечество практически в плане одного человека, Homo sapiens, это, ничего не знает о нем. Это прежде всего, это система. Это система. Система чего? Система, вот как система, вот допустим, мы что-то собираем, устройство, там, ракету, машину и так далее, она состоит из элементов, взаимодействующих и так далее. Но если в фотоаппарате, там, прочее взаимодействие идет, рычажки, линзы и прочее. Человеческая, ну, это система. Человеческая система, это понятно, там, в десятки тысяч раз сложна, получается, там, миллиарды клеток, там, связь с окружающим миром, внутренней и так далее, и так далее. Это система связанная. Только связаны не шестеренками, а связаны там элементами, которые микронапряжение передается, которое командует мышцами, еще прочее, прочее, прочее. И об этом это, человечество жутко мало что знает. Типа подход к системам в этом человечестве, слава богу, развит в электротехнике, радиотехнике. То есть там имеется определенный прием, как анализировать ее. И оказывается,
систему, чтобы сложнейшую, с миллионами связей внутри, это вовсе не надо все связи знать. Можно делать эксперименты по внешним связям наружным, допустим, ну, компьютер, усилитель и так далее, входы, выходы. И можно совершенно точно делать это, эквивалентную схему этого преобразователя черного ящика. Об этом учат студентов всего мира, которые радиоинженеры. Их учат. А что касается медицины и прочее, там, и человеческого организма, удивительно. Это человеческий организм – это система. Вот, на это не обращают внимания. Я впервые в жизни, пару лет назад, нашел две книжечки на русском языке, купил, где там впервые начинает что говорить. Не просто трёп праздный человек-система, а действительно пытается представить человека системой. Вот. Но то, что я там прочел, я понял, что это первый слабенький шажок, он не по зубам медикам. Это быстрее компьютерщики справятся с построением этой системы, получается. И здесь выглядит таким вот образом, что вот мы имеем то, что внутри и так далее, получается, это понятно имеем, оно взаимосвязано и так далее, мы имеем внешние связи, глаза, уши, там, пальцы и так далее. По принципу, который в радиотехнике, ну, там, ноги и так далее, мы можем поставить это дело и по приему, который там известен, провести такие, ну, как-то, типа короткое замыкание, там, холостой ход, ну, грубо говоря, допустим, рука вот движется, и сняли какие-то характеристики. Здесь, здесь, здесь. Рука замерла, это опять сняли. Это короткий ход, холостой, который в радиотехнике известен. Таким способом определяют. И мы можем построить модель конкретного человека. Не отпечатки пальцев, а его сущность. Ну, это не за 5 минут и так далее. Его сущность построить. И настолько построить, что заранее сказать, как он будет вести завтра, как он будет вести через 10 лет. То есть не портрет, вот этот портрет, а это портрет, по сути дела, его сущность. Она индивидуальная для каждого человека. Значит, здесь это кажется, только впервые там начали обозначать, там, что система практически на вооружение не принята. И в этой связи возникает много следствий таких нехороших для этого человечества. Человечество, черт знает сколько там медицины, там, лекарств и так далее, и так далее. Это совершенно неправильный путь, получается. Человеческий организм, он настолько мощный, он тысячу раз мощнее всех поликлиник вместе взятых, получается, человеческий организм. Это. И он настолько борется это, с окружающей средой, с микробом, с холодом и так далее, как вот война была, допустим, солдат в окопах по колено в воде осенью, он стреляет, вылезти не может, немец его убьет, получается. Он там и день, и два, и так далее, а он воспаление легких не болеет. Как это получается? А получается так, что настолько он не надеется ни на кого, настолько он хочет выжить в этой окопе и так далее, настолько дается команда, сам не подозревая, но он просто хочет выжить и там это, не втонуть и не замерзнуть и так далее, и он живой остается. А современный человек, он не так живет, получается. Он не мобилизует себя на то, чтобы жить и прорваться там сквозь стену и так далее, не мобилизует. Он это, получается, тепличный, он хочет наржаться, вот это. Он хочет готовенькую квартиру, он хочет машину там и прочее. Он, по сути дела, не мобилизованный. И он надеется где-то чего-то, родители где-то там по зарплате и прочее. Он, что он делает? Он идиот, Homo sapiens. Он дает, начиная это с возраста, допустим, не в детстве, я думаю, не 5 лет, а там 10, прочее, дают команду, что родители, таблетки и там прочее, его там что-то, чего-то. Он берет, отключает свою мощнейшую систему, отключает от борьбы, получается. Почему мне 77 лет, получается, морда у меня изношенная, ну, вымотанная, тело у меня, получается, как у молодого человека, все молодое у меня тело. Как это? 77 лет, получается, вообще. Потому что я, баран, мобилизовал себя с 13 лет делать машущие и так далее. Весь организм мобилизовал и так далее. Ко мне ни болезни не цепляются, ни прочее, ни прочее. За всю жизнь вот такая вещь получается. А люди не такие сейчас, к сожалению. Они невольно дают... Само себя гипнотизируют, само себя, чтобы организм спал, и он действительно спит. И мозг спит, там и кусочек, там и все остальное и так далее.
Особенно это относится к женщинам, к сожалению, или как. Они надеются, чтобы быть красивыми, то, другое, третье, здоровым, прочее. Начинают так, что с возрастом 40-50 лет у них дома тазик этих таблеток разных. Идиотки, получается. Они становятся жирные, обвислые. Они борются с этими прочее. Если бы они ставили свою задачу вот что-то достигать там по работе, по семье, с детьми, ну, как и наши дедушки и бабушки. Они же не были с такими животами, получается. Они просто были озадачены. Никаких лекарств они, потому что целеустремленные были. Понимаете, какая вещь? Поэтому женщина еще хуже мужчин, гипнотизирует себя, я не знаю, в 25 лет, что вот ей таблетки, ей помада поможет и прочее. Это бред какой-то получается. Причем в массе по всей цивилизации возникает. Теперь другая сторона этого человека получается. Вот его свойства. Его свойства. Как я уже говорил, там система, там еще что-то. То здесь возникает так. В этой системе она имеет вполне определенные цели. Ну, штук 5, допустим, цель. Выжить, допустим. Выжить. Поесть, чтобы не замерзнуть. Это самое. Потомство, чтобы... Ну, 4-5 целей. Все, главное. Главное. И они стремятся. И женщины, и мужчины автоматически. Они так запрограммированы природой и там все прочее. И вот то, что они... И вот то, что они там во время секса испытывают кайф и прочее. Это такая брехня. Это вообще... Никакого кайфа нет. Вообще нет. Это брехня все это дело. Это получилась природа. Ну, мы, как говорится... Винтик этой природы нас запрограммировало, чтобы хотелось на эту самую любовь лезть друг на дружке, и там, в конце концов, ребенок рождается. Ну как? Ну как, если без этого кайфа там женщина, мужчина захотят друг на дружку лезть? Да они не захотят в жизни никогда, получается. Значит, природа запрограммирована, чтобы было как здорово, как хорошо. Это искусственное, это чисто запрограммировано мозгу и прочее. А объективно ничего от этого близко нет, только проблемы разные. Самые различные проблемы, которые встречаются в этой цивилизации после этих контактов и так далее. То здесь возникает такая вещь. Значит, вот я назвал там 4-5 целей, в том числе продолжение рода и так далее. Каждая эта цель в организме запрограммирована. Чем это получается? Ну, чем желудок дает сигнал, что есть надо. Вот, или, допустим, женщина там это на постели побарахтаться там прочее. Вот сигналы и так далее, и так далее. То здесь получается, что вот это желание, которое есть, я уже сказал, что оно запрограммировано, вот, и так далее, получается. Это объективно есть какие вещи объективные? Допустим, вот горячо пальцу. Ну, это действительно горячо. А то, что балдёж у человека от чего-то там и так далее, допустим, он съел какой-то сахар, ему вкусное и прочее, это просто мертвая программа. Это, ну, запрограммировано мозгу и так далее. А фактически там же от этого сахара, ну, что там происходит? Вкусное, приятное и так далее. Брехня это. Это просто искусственно, чтобы человек опять жрал мед и прочее, прочее. Ну, так, чтобы он поддерживал. Это уже десятки тысяч лет заложено в нашем организме. И вот здесь возникают такие вот парадоксы. Возникают. Это, коль мы эта система, и у нас имеется 5 целей, что такое цель? Цель можно называть в бытовом термине – эгоизм. Человек хочет эту женщину поиметь – эгоизм. Человек хочет квартиру поиметь – эгоизм. То есть до какой-то грани это эгоизм и оправдан. Ну, он стремится, чтобы выжить и так далее. Но возникает в этом обществе сегодняшнем, возникает, что человек сначала хапает что-то, потом переступает, он зарабатывает миллиард и прочее, еще хапает. Ну, когда ж ты остановишься? Получается, то есть, если эгоизм в первых шагах, он нужен любому волку, надо там прочее, но они же не хапают, не убивают же 1000 баранов в один день, получается. Вот такая вещь. А человеческое это получается, вот, к сожалению, от животных и прочее тут эгоизм развивается слишком. В то же время в этом обществе возникает такая вещь. А как же сделать, чтобы этого не было? Чтобы было все как в первобытном обществе, ну, там, ну, кажется, в рамках и прочее, но такое хамство, как сегодня еще не было, хапать, когда дети родные желают там родителям, чтобы они сдохли, чтобы подтяпать квартиру или отравить даже, ну, это черти что уже идет. Как же это сделать? Если мы система, каждый человек, то надо, чтобы эти системы,
эти системы. Вот одна система, вторая. Начала взаимодействовать между собой. Нас этих систем, получается, 7 миллиардов. Есть, можно по принципу государства, города, семьи делить. Как вот, чтобы муж и жена, и дети, чтобы вот тут 3-4 системы в квартире, которые спят, живут для детей, как мы они взаимодействуют. Но здесь по-простому возникает так. Надо составлять модели, общие модели, ну, универсальные, которые присущи независимо, что это человек там, это получается, какой фамилии, прочее, это общее. Есть индивидуальная, каждая специфика еще немножко отличается. Ну, нос, не только, другой может ходить быстро, там еще что-то, это уже ну, специфично, а то общее есть, понятно. Ну, хотят есть, размножаться, еще чего-то там и так далее. То как это получается? А это возникает так, ребята, давайте на компьютерах, коли они есть сегодня, смоделируем эти системы. Допустим, муж и жена. И посмотрим разные, проигрывать, как игры, цифровые эксперименты. Давайте вот это заложим. Заложим, чтобы эта система, женщина и мужчина, муж и жена, вот так себя проявили. Смотрим, нет, у них конфликт происходит. Давайте так, давайте так. И что-то выработать. Ни черта в этой цивилизации такие работы не ведутся. Все эмоции, там черненькую форму по интернету что-то предлагает, какие-то колдуны, какие-то еще и так далее. Это я просто удивляюсь, какой тупой цивилизации в части психологии, искусства и так далее, нахожусь. Я просто поражаюсь. Это я такого не видел раньше, получается. И вот здесь возникает, если систему уже обобщаем, типа государства. Вот. То, что там депутаты голосуют и так далее, там законы и прочее, это бредятина. Как это можно это делать во всей цивилизации, не только в России, в Америке везде эти существуют эти законы и так далее. Это какой-то тупой бред, получается, в этой тупой человеческой цивилизации. Как это можно? Ведь это система, допустим, Россия, 120 миллионов. 120 миллионов отдельных подсистем маленьких. Надо объединить, чтобы они не конфликтовали, что-то чего-то, работали хорошо, отношения и так далее. То здесь возникает так. Как происходит у нас в России, там революции разные, в других странах и так далее. А происходит так, что какая-то партия, там какие-то революционеры, какие-то начинают там что-то выдвигать, лозунги, давайте жить дружно, давайте быть братьями и так далее. Это такой наивный бред. Ведь любая конструкция, машина, ракета конструируется как система сложным образом. Там понимаешь, что надо обучать в институт 5 лет, чтобы он разработал эту автомашину, там покрышки и так далее. А когда человеческое общество, вот какие-то революционеры, придурковатые идиоты, получается, лозунги бросают, и там народы начинают за винтовки хвататься, гражданские войны. Это я не понимаю, где я живу вообще это, в этом плане. И по всей планете до сегодняшнего. Сейчас Карабахи что-то выясняют там и прочее. И здесь возникает такая вещь. Это. Что же делать, получается? Все эти партии и так далее, это несерьезно. Это настолько примитивное отсутствие знаний человеческого общества, человека и так далее. Вот. Ну, они понимают, конечно, в таком плане, что где-то встретились, подерутся, кулаками дерутся, там, прочее. Ну, это они еще знают. Не знают они ни человеческой сущности, это получается, ни это, ни образование там, в семье, образование коллектива на заводе, государства, в нациях. Ничего не известно в этом мире. Я что-то ни разу не видел, кроме каких-то жалких там, пытаться угадать, там какие-то философы, это, впереди смотрящие там прочее, это примитив все это дело. И вот здесь возникает так, давайте откажемся от революции всяких, давайте какая-то мощная бригада, компьютеры мощные, и давайте всю Россию моделируют 120 миллионов и разыгрывают разные комбинации, без революции, без стрельбы. И вот когда будет что-то, чего-то вразумительно найдено, вразумительно, тогда это воплощать, ну, в виде, там, как хотите, законов и так далее. Только не думай, а вот это смоделировано. Причем здесь возникает такая вещь. Можно ли сделать общество абсолютно бесконфликтно? Невозможно. Допустим, двое мужчин хотят ухаживать за одной женщиной. Уже конфликт. Ну как? Понимаете? То есть что-то можно придумывать, чтобы мирно и так далее, но он так или иначе. Вот. Еще там что-то такое получается и так далее, и так далее. То есть здесь возникает, можно общество сделать, чтобы оно не воевало,
ну, вот эти вот конфликтные вещи каким-то образом сглаживались между нациями, между людьми, мужчинами, женщинами и так далее. Можно это. Только это вот не решат разные партии и так далее. Допустим, у нас был Советский Союз. Пришли эти самые, как их можно назвать, перестройка там, все прочее. В этой перестройке были люди, которые искренне что-то хотели, между прочим. Директора института истории в Москве, я забыл фамилию, искренне хотели, еще там что-то. Теперь возникает так. Вот это, там кто-то крутился. И те, которые шустрые ребята, типа это самое, ну вот олигархи сегодняшние и так далее, они этих, которые еще искренне хотели что-то, то они их поперебивали, выбрасывали с правительства и прочее. И что? Захватили всю Россию, там разноалюминиевые комбинаты, леса, газы, и присвоили себе. Себе присвоили. Понимаете? Среди белого дня. Вы представляете? Теперь вот после этого Путина кто-то другой придет, и команда другой. Это будет другой распил. Вот и все. Больше ничего. То есть, пока мы вот это что-то не сделаем, ну, там в Америке что-то она докатилась чуть ли до развала, там все, Германия там с этими неграми, с африканцами там прочее. Это бред какой-то. То есть, никакие мерги или прочее, у них вразумительного в голове ничего разумного нет. Это больше вот что-то втемяшится и хочется вот на это заставить Германию быть демократичной такой. Ну, что за демократия? Да, не только лозы, но и воплощать их и так далее, и так далее. Поэтому мы в обществе вот таком находимся, и чтобы что-то, чего-то решать, вот, возникает колоссальная проблема, оно не готово. Оно не готово. То же самое религии берем. Как это получается? Там Бог, Бог. Как это? Католическая, там та, другая, третья, мусульманская, еще, да еще воюют. Мусульмане между собой воюют, между Саудовской Аравией, с Ираном там на полном серьезе. А как? И там арабская религия. А те и те хотят, чтобы их считалось главное, а это второстепенное. Даже внутри религии, это на уровне войны сейчас находится Саудовская Аравия. Причем против нее даже Кувейт и прочее там на религиозной основе. То что же это такое получается? Вот. Это какое-то бредятина, а не общество. И что мы можем ожидать от нее? Там вирус, там еще прочее, то ли он сам, то ли искусственно. Все будет и дальше только хуже и хуже. Значит, что может спасти ее? Какие-то партии, это ерунда получается. Какой-то там правитель вдруг появится, суперчестный, супер и прочее. Где его откопаешь, добавок-то его придушат, это окружающие министры и все прочее. Такое, ну, потому что это один человек может. В массе там тысячи и тысячи жаждут обогащаться. Поэтому ничего хорошего мы из этого дела не получим. Вот такая эта картина нашей цивилизации невеселая. И здесь возникает еще ряд таких отдельных вещей, насколько мы продуманы, это разумно и так далее. Не говоря же о том, что уже отмечают, что каждый год в массе это примерно 10 грамм мозга уменьшается у людей. Каждый год, да. Это уже отмечается. И дальше, дальше. Это констатирует это вот мои слова, что в какой цивилизации мы находимся. То есть она деградирует. Другая вещь еще получается. Вот человек это, вот человек, он это, ну, допустим, я ложусь там 8-9 максимум, 9 я уже брык, просыпаюсь там где-то рано, в 5 часов лежу там, в 6 часов уже встаю, и здесь возникают такие вещи, как будто бы странные. Вот то, что я утром лежа полудреме, мне в голову приходит, это настолько глубокие мысли, то ли космос, то ли Бог диктует, я не пойму. То, что я потом работаю в течение дня, там, сотрудника и так далее, по сравнению с теми мыслями, которые я получаю там за 5 минут, единственное, чтобы запомнить и чуть ли не записать в постели, то равносильно, что я в течение дня всю жизнь баран. А что-то разумное, вот это происходит так. Кстати, в наши предки и прочие, крестьяне и так далее, у них режим был не такой. Они вставали типа в 5 часов, с заходом солнца ложились. То есть автоматически это происходило. Невольно мой организм так настроился почему-то. Его не заставлял, но он так получается. И здесь возникает такая вещь, откуда это супер мысли. Супер-супер. Допустим, я что-то устал, не знаю как, чего, я тупой и прочее. Утром в 5 часов мне космос диктует решение. Причем не формула, ничего, а прямо команда идет. То ли
биополе Вернадского вокруг нас существует. У вас есть свое представление? От усталости это? Это мне представление несколько. Ну, я могу только сказать предварительно. Это первое представление такое, что действительно биополе Вернадского есть. То есть люди умирают, там до другой, третье, оно существует. Ну, то ли в атмосфере, там прочее. То есть это, как бы сказать, ну, упрощенно сказать, мысли там накапливаются, они сохраняются, несмотря на смерть человека. Это первое получается. Второй момент возникает, что мы привыкли это мыслить, это логически. Нас учат в школе 2×2=4 и так далее. Мы считаем это все. Компьютеры запрограммированы, десятичные, двоичные коды, там прочее, прочее. И мы считаем, что так. Это так и не так. Это один из вариантов. Вот. Есть другие способы мысли. Есть мыслить. Эвристическое мышление. Сначала к нему относились, что это бред какой-то там и так далее, и так далее. Такого быть не может. Потом по ряду исследований, вот прорывные вещи, которые происходят у Менделеева, там где-то во сне приснилась таблица Менделеева, или какой-то французский химик шел там, споткнулся в Париже от трамвая, упал, и у него осенило, как чего целые формулы. И это, оказывается, не случайно. Это закономерно и так далее. Все большие открытия не логически путем там школы, в институтов и так далее. То есть человек стремится, и ни черта не получается. А потом бубух ему там, то ли в 5 часов утра, то ли где-то осеняет. Это называется эвристическое мышление. Оно совершенно по-другому работает. Оно реально. Кроме эвристического мышления, по-видимому, существуют и другие формы. Не только такие, как мы накапливаем информацию, там, умножение, сложение там, и прочее, по-другому есть. Но оно не принято на вооружение человечества, оно о нем не подозревает, поэтому мы располагаем свойствами мозга своего. Очень один вариант, очень такой примитивный, тупой, получается, к сожалению, вот возникает. Перестроить все человечество на другой тип мышления и так далее, ну, никто этим не занимается. Это правительство не колышет это дело, других школ и институтов и так далее. И вот то, что мы учимся в школе 10 лет, 11 сейчас, в ВУЗе там 5-6 лет, это в результате 17 лет. Это дикость. Это дикость. Как это получается? Мы 17 лет тратим на какие-то познания. То, что мы получаем, в принципе, если по-другому было организовано, можно было получить за 3-4 года. Получается. И вдобавок это царская Россия и там прочее, там были трехлетки. Они это и грамматику проходили, и арифметику проходили еще 3 года, а потом дальше, я даже не знаю, то ли это специально сделано, чтобы молодежь занят чем-то, чтобы куда-то они ходили. Ну, лучше было бы, чтобы если они ходили там 10 лет, все-таки действительно что-то получали, там то, другое, третье, возможно, даже и музыке обучались, и других, третьих, вот, а не то примитивное, баранья, подготовка и так далее получается. Вот, так что здесь мне, как я начал 77 лет, я понимаю, в какой это цивилизации я живу, получается, вот, и так далее. Ну, здесь где-то лет 5 назад я попытался самоубийством закончить от этой долбанной вашей цивилизации. И не получилось даже это у меня, получается. Причем я как это самоученый, я же не мог повеситься, там все прочее, это ж не здорово смотрится. Давайте не будем отвечать. Я по-другому сделал это, получается. Я перед тем, как заснуть, несколько часов внушал себе, чтобы во сне у меня остановилось сердце. Просто сердце, остановись, понимая, что это внушение может реально и так далее. Я утром вставал, как с того света, но живой остался, понимаете? То есть ноги там прочее плохо действовали и так далее, устал там прочее, ну, живой там все это. А дальше, что вас подтолкнуло? Был эмоциональный срыв? Что это? А вот то, что я вам рассказал сейчас. То есть я понимал уже и 10 лет назад это все это дело. Тем более инвестиции, там еще что-то, хочется вкалывать, а вот как происходит, там распилы вместо этого. Ну, это типа на черта мне нужно это жить. Это отсутствие самореализации получается? Нет, самореализация мне не интересует, понимаете? А как правильно, какой правильный верный? У меня цель другая. Угу. У меня цель такая, которая была и сформировалась. Вот эту технику, которую я там на сайте показывал, там энергетика и прочее, сделать работы
запустить их там с помощью уже разных фирм в Сирию, на весь мир, чтобы эко-деревни воссоздать. Вот у меня цель, не самореализация. То есть эко-деревни я готов там просто взять и добровольно пойти на кладбище, мне больше не надо коптить. Вот это у меня громадное желание. Для людей, да? Для людей. Угу. Чтобы вот это то, что я обсуждал здесь, что эко-деревни, когда люди на природе, вот здесь вот разные, вот мы проходили деички и так далее, это начальник, бывший начальник охранного ведомства, подрабатывали и так далее. Теперь они годами, он забросил это, ну, возраст забросил. Что он делает? Выращивает кроликов, перепелок, курей, огурцы, помидоры, теплицы, вкалывает с женой беспрерывно, я бы поражаюсь. Как? Теперь дальше другой бывший ФСБшник там развел рыб, там булькает, зимой там насосы качает. Что-то у людей осталось, остатки остались, что они независимо... ФСБшник, то он 50 тысяч рублей это саму пенсию получает. На черта ему разводить рыбы там проще. А он же мой, ну вот там, вот, где вы там повернули машину, и там он слева находится. Мне это радует, что у людях, получается, какой-то крупица осталась вернуться к природе, вернуться к курам, там, к огурцам и прочее. И вот эко-деревни, они все вырождаются. Давайте как можно быстрее бросим деньги, технику, чтобы там энергетика, вот там эта бочка на чердаке, она и писает водой, и энергию обеспечивает, уже никому платить не надо ему. Давайте транспорт бросим, давайте разную технику, это само, типа миксеры домашние, которые там что-то перемалывают, живую воду делают и так далее. Обеспечим ему вот так, чтобы было. Давайте аттракционы поставим им, велосипеды, чтобы дети проще развлекались и так далее. В этом случае, что я могу сказать, я уже вижу по Соскину, по людям и так далее. Там в массе люди, ну, за исключением молодежи, в Москву вообще не вернутся. Москва, там все эти дома, проще, пустые здания станут. Без всяких пушек, без ничего. Йорки, там Москва и так далее, и так далее. Вот мое такое наивное желание. Дайте финансы, я это сделаю, вот и так далее. Для эко-поселения всего мира, получается. Откуда возникает вот это внутреннее стремление, желание служения другим людям? Понимаете, здесь я так я думал, да, я думал в этом плане. Здесь так я делаю. Я просто думал специально, откуда это. Я улавливал, что я биоробот. Угу. Биоробот просто. Кто это создал? То есть космос, там, Бог или прочее, там, это, я вот сюда направлен и так далее. В этом плане это, я время от времени даже с космосом матюкался, типа того, что если ты направил меня на Землю, какого черта это направило меня, вот это получается, ты же давай деньги, это получишь, чтобы я это сделал. Я понимаю, что тебе космосу все равно, я сдохну, другого направишь, там, прочее. И всякое удивительно, после этой ругани с такой матом, не моление, а такое. Какие-то деньги появлялись, вы представляете? Это удивительно, да? О, я задумался, о чем вы говорите, мысли схожие, что если мы биороботы, и есть некий заказчик, который нас разводит, то, соответственно, думая о системном подходе, то интересно наше развитие не нашего физического тела, а нашего интеллекта. И следующий ход, как одна система или одна подсистема соорганизуется с другими системами. И, возможно, космический эксперимент заключается в том, сумеем ли мы объединиться в единую систему подсистемы. Здесь возникает такая вещь. Цивилизация, которая в космосе имеется, то, наверное, они гораздо более развиты. Это первое. То есть хуже, есть больше развиты. Теперь второе. То, что там какие-то там появляются на нашей планете, там с космоса, или факт, или не факт, то здесь возникает такая вещь, это получается, что я вот думал, это, что те, которые появляются, они не хотят контактировать с людьми. Угу. Не хотят. Так же, как и я не хочу, получается, не хотят. Потому что вот так, которую они могут дать, супертехнику дать, так же, как от меня. Здорово, эта цивилизация хватает эту технику. Так же от них. Они все это видят. Это с одной стороны. То есть не хотят передавать. И с другой стороны есть еще более такая, мне кажется, это, что человеческое общество здесь, которое здесь,
Это эксперимент с космоса. Мы как мыши подопытные. Причем разную задачу можно поставить. Судя по тому, как мы развиваемся, бесконечно там грохается Египетская империя, Римская, там, Австро-Венгерская и так далее, Монгольская и прочее, то это космос над нами эксперимент делает, предоставляет свободу нашего развития. Им любопытно, а как же мы двинемся, как мы обойдем кризисные ситуации. Они могут это устранить одним махом. Они могут также нашу цивилизацию уничтожить за несколько секунд. Могут дать команду, причем это по электрическим каналам, магнитным и так далее, чтобы сердце всего мира остановилось у людей. Причем дать раздельно. У животных пусть остается и так далее. Но они еще терпят нас. Но возник какая-то ситуация, если мы начнем так уничтожать эту цивилизацию и так далее, что в конце концов они дадут команду на уничтожение всех людей до одного. Причем это будет сделано за одну минуту. Но вот мне и видится, что мы сейчас подошли к такому этапу, когда есть единицы, единицы людей, двигающие цивилизацию вперед. Например, в вашем лице. Ну и другие. И сумеем ли мы, подавляющее большинство биомасса, направить эти знания в общее благо, не в военных целях, не на убийство друг друга, да, а в мирных целях, думал, в едином развитии. Вот смотрите, вот есть книги, выступления, там пожелания, там лучше сделать и так далее, там и прочее. Все это сотрясение воздуха. То есть от этих пожеланий ничего не изменится в цивилизации. Ну, вот какой-то президент там хочет выбраться, он там такие сказки рассказывает. Нет, пожелания, да, а ваши конкретные технологии, чтобы так, в деревне была вода, во, энергетика. Вот такая вещь. Значит, здесь надо перестать трепаться, как вот сейчас в мире столько выступлений идет такое. Энергетика, надо суперэнергетику. Угу. Во всем мире выступают там какие-то авторитетные. Также летательные аппараты, надо другой транспорт. Да, надо, надо, надо. Ну что ж вы предлагаете, вот эти аэромобили вертолетного типа и так далее. Надо, получается, перестать трепаться, а дать это новую технику. Причем новую технику надо ли нам привлекать какие-то тысячи заводов, в смысле, ложиться под них. Мы не надо, не надо. То есть мы вот здесь что-то сделаем, это получается. Потом дальше то ли китайцы, то ли мы там где-то заводы, там холдинги, там десятки тысяч людей, и начнем шлепать эту технику для деревень всего мира. Вот и все. Без всяких разговоров получается. Ну, как на форме алгоритма существующей цивилизации, допустим, буржуазные отношения, только они будут выпускать технику, вот, которая вот здесь, это для эко-деревень. Вот это единственное. Потому что эко, это получается, там люди совершенно другие. То есть начнется возврат к нравственности, к культуре, там, к интеллекту, получается. А там, гляди, и способы это, обучения людей будут не сегодняшние школьные, логические. Станет эвристика, другие. Там возникнет такая штука, что там это в 10 лет он будет знать больше, чем у нас после вуза, получается, грамотное там все. Это все реально, но об этом, чтобы так делать, никто и не думает, и не хочет. А все там какие-то свои платформы. А по поводу этой самой моей попытки кончить это свое пребывание на этой славной цивилизации, то получилось так. Даром это мне не прошло, получается. Вот. То есть внушать – это не шутки, получается. Что, у вас организм засбоил? Что произошло? Да, да. Угу. Вот. То есть возникла такая вещь не в один день. Я иду там в ЕС, ну, в институт там прочее доходит, и я это иду вот, до трамвая и так далее. У меня впечатление такое, что сейчас я упаду на тротуар. Ноги подламываются. В ЕС я там пройти там 15 минут, я не могу пройти. Я такси набираю. С меня там, кстати, 400 рублей сдирают зачастую, чтобы до работы доехать и так далее. И дальше, чем дальше, тем хуже и так далее, и так далее. На третий этаж подняться я не в состоянии подняться. Сейчас эти симптомы прошли, просто вы говорили, что сейчас у вас состояние организма молодого, да, человека. Так это еще не все. Там знакомая мой, а у него жена работала это сама в Кремлевской больнице, Сивково-Враж, или как это? Сивково-Враж. Да, ну, напротив, это Министерство иностранных, это Кремлевское, там бассейны, там прочее. И она туда меня потащила, чтобы там происследовали. Там очень меня исследовали, там и кровь, и рентгены, и там и прочее, прочее, прочее брали, там все это остальное. И говорят, там через день, там прочее, тогда подойдете, мы скажем результаты анализов. Я оттуда вышел,
еле дошел до метро, там около Министерства иностранных дел, доехал до этой самой, до своей квартиры, там поднялся, прочее, звонок. Звонит этот ведущий врач в этой кремлевской больнице, терапевт, который все это собирает, получается, и звонит мне. И говорит, вы живы? Я говорю, жив. Она говорит, по симптому вы должны быть мертвы. Непонятно, почему вы живы. Симптомы, вы должны быть мертвые. Вот радость такая. Говорит, срочно вызывайте это самую скорую помощь и в больницу едьте, потому что если вы потеряете сознание, а вы потеряете сознание, вас уже никто не спасет. У вас будет совершенно другая смерть, другая причина. Ни инсульт, ни инфаркт и так далее, а нехватка это самого кислорода. У вас это, говорит, кислород, это гемоглобин получается 53 единицы. Для мужчины должно быть 140 единиц, а для женщины 120. Она говорит, 3 раза меньше нормы. То-то у меня подламывались ноги и так далее, потому что до мышц кислород, гемоглобин и прочее не доходил, получается. Понятно? Ну, в общем, я отправился в больницу. Там меня месяц, там уколы B12 делали и так далее. Они помогли здорово, прямо быстро. А зачем вы поехали в больницу, а не занялись перепрограммированием себя? А как перепрограммирование? Ну, как вы говорили себе, что остановись сердце, так же обратный процесс. Нет, так тут обратный, тут получается так. Здоровая, кровь, тут возникает так, я сердце командовал сердцу, а сработала там печень там, или где, кто там вырабатывает это самое, гемоглобин. Совсем другой орган почему-то сработал. Ну, кажется, перепутали. Но все равно вы вначале говорили, что цивилизация наша обленилась, и поклон к врачам. Отключая свою программу. Но здесь возникает так. Коля, она звонила, что вы стоит один раз упасть вам, вы все. Уже в экстренном случае это... необходимо все-таки обратиться. Я взял, поехал это самое, в эту больницу, там это, в Лефортово, там прочее. Там я валялся месяц, там и прочее. Ну, не валялся, ходил там все. Там это, вот, меня в задницу кололи, это больше 50 уколов все время, B12. Это, и лучше, они просто помогали этому делу, возникает. И потом, но они, возникают, шакалы эти, они говорят, у вас рак, получается, у меня рак. И что только не делали. И туда засовывали, и туда дошло до того, что взяли с меня расписку на согласие, взяли и просверлили дрелью причем. Представляете, я лежал, тут анестезия, и дрель просверливает мне это. А зачем? Чтобы щепотку взять легкие. У вас легких и так далее. Ничего рака не могут обнаружить. Это уже месяц проходит. И еще. Я говорю, знаете что? Вы уже мне надоели 30 дней. Я ухожу от вас. Тогда пиши расписку, что вы претензии к нам не имеете. Я написал расписку и убрался. И после этого, это прошло, я не знаю, 10 лет или сколько, и стал огурчик. Ничего не падаю, ничего. Единственное, что я у них это воспринял, получается, что они пожелали печень говяжью почаще есть. Это я стремлюсь, так это есть. Получается, вот и все. То есть, коль цель у меня вернулась творить науку и так далее, значит, все это отсунулось, это и все. То есть, у вас после этого случая вы стали ценить, что вам Создатель сохранил жизнь и начали дальше вкладываться там на все... благо людей? Да. Ну, естественно, также у меня цель с самого начала получалась, там, с юности. Вот. Только другое дело, здесь я барахтаюсь, это нужно жутко людям, можно и подработать здорово, и я не могу в родимой России инвестиции получить, просто невозможно. Ну, можно конкретные переговоры, там, что кто-то предлагает, такие деньги маленькие, по стоимости металлома установки. Я ему говорю, это ерунда, мне сотрудника надо зарплату платить, а это кропотливо, надо что-то, чего-то и так далее. Ну, вот, допустим, сейчас то, что еще не делалось. Вы представляете, воздушный вихрь. Ну и что? А теперь надо сделать так, чтобы он сосал энергию, вот спокойно комнаты, чтобы он в начале от аккумулятора его запустил, он поддерживал годами, чтобы крутился. Это вы извините. Можно сделать все, что угодно. Шестеренки сделать, вот эту сделать, там спирали сделать. И так, а попробуйте это сделать. Это суперсложно. А мне зачастую предлагают та же Саудовская Аравия. Вот. Я говорю, 4,5 миллиона долларов. Ну, я прибросил, тем более я посчитал, они богатые. Вот, типа, слишком много я хочу, там еще прочее. Но сейчас по энергетике я скатился там с двумя-тремя, по-хитрому скатился.
То есть я говорю, знаете что, тогда заплатите мне 150 тысяч долларов всего-навсего, я сделаю интенсивный вихрь, и все пока. А потом на основании будет другой договор, уже который будет брать энергию. Ну, логично, пока продемонстрируйте вихрь, да, да. Инженер увидит, что ну, есть постоянно. Он энергию еще не будет брать. Не будет, да. Но здесь вроде бы согласились и японцы с этим, и вот другой там какой-то там и так далее. Ну, вот как-то только... Это логичный ход. Только, да. Только, как бы сказать, их несколько. Возникает даже такая вещь, что в ряде случаев это договора одни и те же, вихревая электростанция. То я тогда проходимец, хочу по одной теме взять от японцев других денежки и так далее. Вот, я тогда подонок, да? Нет, я просто буду запускать три варианта, брать энергию с помощью вихря воздушного. И японцам дам один вариант, допустим, крест. Саудовская Аравия, там другой вариант. Но они будут чем-то отличаться. Ну, это отличие идет. Вот вертолеты есть двуосные, там есть одноосные. Ну, разнообразие это пусть идти. Чем-то лучше тот, чем-то то другое и так далее. Но если они заключатся вдруг одновременно, а сейчас переговоры занудно идут, то это по одной теме у меня в три раза больше денег, чем надо. Получается, будут идти. Это ж вообще фанта. Я их не растранжирую ни в коем случае. Ни на Канары, ничего. Я усилю коллектив, три варианта будет обязательно запускаться и так далее. Так получается. Так что жизнь это такая весьма. Вот. И то, что мы букашки в космосе, я так предполагаю, но, наверное, так это получается. Если коллективное правление государством было бы разумнее, коллективное бы. Нет, совершенно нет. Вот потому что там будет депутаты, 500 эгоистов будет. Нет, я имею в виду, но один честный будет, а остальные будут нажим. Нет, это я представляю. Я представляю по-другому. Я в интернете даже пару раз давно выступал в Ньюсленде. Это в связи с этим предложением. Должно быть электронное правительство. Вот эти вот выработки, которые идут, без депутатов получается, все это воплощается в жизни, в государство и так далее. Без депутатов, без президента и так далее. То есть. Ну, электронная система командует. Она взятки не будет брать там и прочие там вещи. И при этом отслеживать, что происходит. Вдруг чего-то там, ураганы, прочее, поправки делать какие-то и так далее. Вот так. Скажите, как вы думаете, вы правильно сказали, что мир без конфликтов невозможен, но может ли уменьшить до минимума. Может ли цивилизация уйти от вооруженных конфликтов, противостояния между странами? Может. Может, да. Конфликты будут здесь такие, получается, конфликты на уровне чуть ли не внутри семьи, там вот так это получается. А что касается наружной и так далее, получается, в смысле глобальной и так далее, то здесь возникает такая вещь, это получается. Это правительство, тем более вместо ЮНЕСКО, ООН, когда начнут работать не те какие-то политические интересы, а вот действительно беспристрастная компьютерная система контролирует все это и так далее, то здесь возникает такая вещь, это получается. Вот берем Россию, вот Россию, это берем Японию, получается. Япония вакает, отдайте там пару островов, Россия там дулю показывает и так далее. Это нечестно. Совершенно нечестно. Россия располагает такой громадной территорией в Сибири, неосвоенной и так далее, получается. Если будет это всеобщее управление единое и так далее, то здесь по справедливости надо России оставить такую территорию, которую ей надо. Ну, примерно до Новосибирска и все. Остальное отдать Китаю, Японии там и прочее. И так далее, и так далее. То есть справедливо разделить всю территорию мира. Но смотрите, новые технологии ведут к тому, что не нужно будет осваивать территорию ради ресурсов. Энергия из воздуха, вода из воздуха. Соответственно, мы можем озеленить пустыни, там получать биомассу продовольственную. Да, да. Не нужно будет осваивать территорию ради ресурсов. Ресурсы здесь надо будет, и древесина, и медь, там, и алюминий надо. Но все, во-первых, резко сократится. Не надо рельсы, не надо провода, там миллионы километров для электропроводки и так далее. Это будет все разумно и прочее. И вот. Но здесь тогда будет делиться так, получается, что это человеческое общество рассматривает всю землю как единый дом. Не 160 домов государства, а единый дом. И взвешивает как чего. Это раз.
Теперь второе. Если все это развивать и воду и прочее, то Сахара же была, то есть ее можно вернуть, станет зеленой и так далее, получается. И так далее, и так далее. Много-много. Но в то же время здесь и возникают такие вещи. Жизнь и прочее будет гораздо лучше, там и прочее, никакой суррогатов не будет и так далее. Но надо не допустить, чтобы шло дикое размножение людей. Надо цивильно как-то притормаживать. А то начнут там по 10 человек. То есть, ну, как бы сказать... С другой стороны, мы всех сможем прокормить. Ученые говорят об угрозе, что следующее поколение будет деградировать умственно. Поскольку так, предыдущие все сделали, да, не нужно никуда развиваться, да, тоже, подавляющее большинство людей, да, да, просто будет на это тоже, тоже есть опасность. Есть опасность. Да. Надо установить ответственность родителей за образование, качественное образование своих детей потом. То есть, вот, да, то, что вы сказали, оно действительно будет иметь место, и еще разное, это надо решать будет, просто решать. Ну, то какое есть, послание землянам? Землянам послать? Ну, первое, это получается, чтобы они вернулись к эко-деревням, к эко-существованию. Это громадный шаг. Но на новом технологическом этапе. Да. Только желательно сейчас, в ближайшие 5 лет, чтобы это бурно началось. Это уже нельзя, чтобы позже. Это желание. Те проблемы, которые могут возникнуть в связи с комфортным проживанием, что массовое размножение людей будет, это решать уже потом, не сегодня. Так получается. Ну, по очереди. Угу. То есть, если к эко-деревням не вернуться, получается, это цивилизация капут. Ну да, если мы не возвращаемся на природу, мы остаемся в бетонных муравейниках. А это не просто. Среда. Бетонные муравейники, здесь я удивляюсь этой цивилизации. Там где-то в Древней Риме, Греции, там рабы и прочее. Хозяин это беспокоился, чтобы это рам, где жить ему, жать, тряпки, одежда и так далее. Сейчас происходит совершенно по-другому. Это хозяин... Это фирмы, которые наживаются на работе этого рабочего раба, работающему. Ему наплевать, где он ночует, что он одевает, где он живет, в смысле, что есть и так далее. Наплевать. Рабовладельцу это не было наплевать. Сейчас это хуже, чем это. И люди, живя в этих, это, радуются. Да вы же в тюрьмах живете. Но сделано так иллюзорно, чтобы не чувствовал, что он в тюрьме, получается. Вот. Поэтому эко это начнут, ну, как, ну, натуру-то вот мы сейчас прогуляли, там все прочее. Но это природа, это невольно, это у нас заложено десятки тысяч лет, что надо, чтобы мы рядом с природой были, а не с высотными домами, с этими это, дорогами, газами там прочее. Ну, вот мое мнение, я считаю, что вы самый природоподобный ученый. То есть у вас настолько понимание, технология максимально приближена к природе. Правильно? Да, наверное, редко, потому что все стремятся в академике и еще прочее. Никакой подобной. Вот. То есть люди вот такого типа есть это, вот, ну, я бы сказал, быстрее на уровне крестьян. Или вот те чиновники, которые вдруг решили вернуться туда. Нет, даже само. А вот ученые и так далее, они стремятся там быть академиками, лауреатами Нобелевской премии, ну, эгоисты повышенные. И многие ученые, как, допустим, это, там, что-то новое, но надо, какие-то частицы, вот и так далее, их остановить надо. Понимаете, эта урановая энергия была обнаружена, добро, что после этого не оказалось разложения всего материала Земли, и Земля не превратилась. Сейчас Швейцария, там швейцарские циклотроны, там ищут супер это, элементы и так далее, и так далее. Я бы расстрелял бы этих ученых немедленно. Расстрелял. То есть они хорошие люди и так далее, но для спасения человечества их надо расстрелять. Потому что им интересно там копаться новое. Ребята на этих циклотронах в Швейцарии. А если процесс произойдет так, что энергия начнет выделяться со всего, с камней, земли, чернозема, и земля превратится в огненный шар, в отрую солнца. Что заслуживают эти люди? Они же уничтожат всех 7 миллиардов, и животных, и так далее. Расстрел самым меньшее, можно только еще поселить их на необитаемый остров,
получается, картошки дать и выращиваете. Не сможете, с голоду умираете, получается. Так. Поэтому многие работы, исследования идут, они не нужны этой цивилизации, а нужны чисто эгоистичным ученым. Да. Ну, на этом все тогда, да? Послание человечеству сделано. Быстрее к эко-поселение на новом... Да, природоподобные технологии. Вам да. нужно целый Но видите, ученые-мыслители говорят, что новые технологии могут прийти только при опережающем морально-нравственном росте Земля. Тут получается... То есть они... Тебе не толкай такое. Нет, так здесь возникает такая вещь. Они, наверное, правы, и вот эко-деревня как раз и нравственность будет возвращать. Вот, возвращать. Только здесь возникает такая вещь, что не надо стремиться бесконечно рваться в науке новые там элементы и так далее, а только те, которые для жизни надо. Именно баланс науки, да? Да, и ни в коем случае вот микроэлементы и прочее, они не нужны для жизни людей, не нужны. Микроэлементы не нужны? Ну, я имею в виду, я условно назвал микромир, там, браться, там, электроны, потом глубже. Они для жизни нашей цивилизации не нужны, но они имеют страшную опасность, получается. Более того, здесь возникла такая вещь. Вот пирамиды, там до сегодняшнего дня египетские, непонятно, как поднимаются и так далее, и так далее. В то же время возникла такая штука, получается, что это до Тесла был ученый такой Кили, получается. Кили, да, да. Да, он обнаружил это, такую вещь. Что в материале, допустим, камень и прочее, вот все молекулы, которые в электронной оболочке вращаются и так далее, там имеют определенную энергию. Вот, ее можно изменить. Даже человеческим голосом определенной песни «Танцуй, пой» начнет изменяться. И эта энергия начнет в этой каменюке выделяться, получается. И она начнет излучаться вокруг. И за счет там определенных сил, которых я разработал, ну, типа левитации, насчет пирамида, прочее, подниматься и так далее, и так далее. И вот здесь Кили какие-то опыты провел, что-то получил, шары и так далее. Тесла начал работать в этой области тоже, и тоже увидел, что это реальность. Он прекратил работать Тесла и сказал, написал, что кто будет желать это заняться этими, это называется симпатические колебания. Даже вот эта женщина, которая в то время была, как же она там, это, ну, такая, которая философ, там прочее было, я забыл ее фамилию. Даже она, это симпатические колебания называется. И Тесла написал, что, товарищи, не занимайтесь им. Вы освободите такую страшную энергию по величине, которую там разнесет всех этих экспериментаторов вокруг и там ближайший город разнесет. Прекратите и не занимайтесь этим. Вы говорите о какой-то научной этике, которая должна существовать. Вот, и, да. И здесь возникает, вот Тесла сказал, и не занимался, и так далее. И дальше вот разные вещи. Получается, остров Пасха, там, Турхирдал туда ездил, опубликовал и прочее, прочее. Он пытался понять, как этих баб там каменных перемещали и прочее. Недавно, ну, недавно, там, 20 лет назад один литовец умер в Америке, а за оградой... Когда посмотрели туда внутрь, сейчас уже, не в древние времена. Да, кораллы. То у нее такие здоровые, то уж все были соседи поражены, но они не видели. Автокраном никогда не было, тем более там такие, что они поднимут. Как он перемещал, он умер и никому не сказал. Значит, то, что я так понахватался, бегло очень, я могу сказать, что симпатические вибрации существуют, раз. Колебания, вибрации. Они освобождают громадную энергию окружающую без атомного взрыва освобождает. И вот здесь вот то, что я по силам исследовал, там прочее, то они могут это, если изучать в эту сторону Земли, большую сторону, то они начнут подниматься, получается. Ряд редких работ, это Гребенников там в Новосибирске и так далее, что чего творил, некоторые насекомые, наверное, это и свойство может, могут. И Гребенников, так же, как и этот самый... Это другие там тоже в тайне решил оставить, умер и не, так и не сказал, как все происходит. И здесь такая вещь получается. Я представляю, что это за силы. Вот. Эти силы немножко поимело человечество. Давление света, давление звука, там левитация. Я представляю более широко, откуда это берется. И вот можно сделать разные вещи,
что человека на пятке там что-то подошву сделаешь, и он будет летать, человек. Это достаточно уже получается. И это не залазя в клетку организма, да, в электроны? Да, ничего не залазя. Вот это. И более того, возможно, свойство людей было давно, это, что они могли возбуждать эти, вот, энергию эту, получается, она немножко микроскопическая была, но достаточно, чтобы они летали и так далее, а потом это атрофировалось и так далее. И вот здесь возникает такая вещь, что когда я пытался вот начать в своей лаборатории эти работы, ну, кроме Маши еще взять левитирование и так далее, получается, и в течение многих лет я представлял, что это проще гораздо, чем то, что я занимался машущим полетом. Понимаете? И космос мне приказывал, не делай этого. На полном серьезе. Что не делай? Не делай это аппараты левитирующие. Не делай, не делай, не делай. Это проходило 10, 15, 20 лет, получается. Потом я баран последний месяц сдал команду слесарю начинать делать. Недавно. Угу. И что мы получили? Мы уже грамм 200 получили. Это что? Реальность. Представляете? Причем они миниатюрные, маленькие, там все прочее. Дальше что-то можно сделать, что человек полетит и так далее. В то же время, я думаю, эта установка сейчас даже разобрана, она мешать стала машущему аппарату. Думаю, делать или вообще не делать. Тесла не захотел. Это самое Гребенников прекратил, получается. Вот. Гребенников сделал. Он летал, но он не сказал, как это делается. Ну, они забрали все просто. Понимаете, ничего вразумительно не осталось. Там все говорят, там, что вранье, ничего не летал. Ничего есть. А что есть? На открылке одних летательных насекомых. Нет, насекомые, да. А то, что он на площадке, типа, вот такой, как полотер, становился и летел там сотни метров вверх. Он из них сделал это. Значит, как это, что и чего, ничего не осталось. Вот, так получается. Так здесь возникает такая вещь, понимаете, какая вещь. Если люди освоят это дело, вот, то возникает это ужас какой будет. Это вот дома, живут люди в квартирах и прочее. Тут запросто полетел хоть на 20 этаж, смотрит в окно, там это, чем вы занимаетесь, там на постели, там прочее. То есть, ну, как-то и такой бытовой вот вещи это. Если люди были бы нравственные, тогда можно было бы такое, кажется, давать технику. А сегодняшние, когда они очень такие, они хорошие, то не стоит супертехнику даже искусственно давать. Понимаете? Поэтому я не знаю, дальше я буду делать или нет. Ну, самореализация. Ну, понимаете, какая вещь? Левитацию, то, что делает в мире за счет света, Кусицкий... Миллиграммы. У меня за пару дней 200 грамм сразу получилось. Да. Понимаете? Потому что я принцип подъемной силы, который существует на ракетах и так далее, это струйный. Это один вариант жутко расходный. Жутко расходный. Надо энергию излучать. Не струю и так далее. И главное, как можно с меньшей скоростью. Тогда получается... Вот я так прибрасывал, человек может левитировать, если он будет 100 ватт излучать, 100 ватт мышцы ног спокойно, 100 ватт энергия будет отдавать. Но главное, чтобы 5 сантиметров в секунду скорость была этой энергии, любой энергии. Понимаете, тепловой, там, вихрюшки и так далее, и он взлетит. Представляете, эти вещи как раз я все освоил. Ну, как бы сказать... Вашей цивилизации все это неинтересно, не нужно, не финансирует, ни туда, ни туда. Ну вот я тоже, я пришла к тому, что у меня за последний месяц произошло понимание такое глубокое, что пока не будет баланса между духовностью, да, и наукой, разумом, да, тут некий какой-то баланс, только известный, да, вот очень просветленным людям. Да. Об этом говорят, но мало кто понимает. Вот этот баланс, да, как оно все в природе, и не вдаряться в сильную науку, да, как вы говорите, вот должна быть середина какая-то, да, этика научная. В рамках необходимого, а не рубаться микроэлементы и прочее. Да, да. Это ради науки, ради науки. Технология да. В советское время была, да. Потом ее закрыли, да, вот по этому поводу и закрыли, пикта-технология. Пик и фемта. Да.
Решите завершать сюжет? Завершайте сюжет. Итак, дорогие зрители, дорогие друзья, глобальная волна постоянно говорит о том, пообщавшись с учеными, что единицы двигают цивилизацию вперед. Прокрутите в своей голове свою память. Много ли вы встречали авторов, докладчиков, которые говорили о новых возможностях получения энергии из окружающего пространства? Многие из вас читали Николу Теслу, читали Жюля Верна. Многие ли из вас на экранах телевизора или в интернете видели вот живьем разработчиков? На что обращает внимание глобальная волна? Что вот эти вот единицы, двигающие цивилизацию вперед, как правило, это люди, выходцы из Советского Союза. Как правило, это люди, которые находятся в состоянии дожития. Дожитие – это не уничтожительный, унизительный образ, а показывающий, что у каждой системы существует определенный ресурс использования. Ресурс человеческого организма, ну, примерно плюс-минус 100 лет. Соответственно, ну, 100 лет – это в случае, если еще и повезет, да? А так, согласно статистике, подавляющее большинство мужчин на территории Российской Федерации до пенсионного возраста просто не доживает. Ну, чтобы было понятно, как происходит уничтожение нации и цивилизации. Вот, поэтому о чем? Опять обращение к зрителям, слушателям. Распространяйте сюжеты. Думайте об этом, обращайте свои помыслы космосу. Космос слышит, по моему представлению, что все космическое пространство является нейтринной флешкой, в которой и заключаются наши мысли-образы, где накапливаются наши мысли, и откуда приходят идеи. Вот, соответственно, с этой средой можно работать с эффектом положительной обратной связи. Вот. Ну и понимайте, что каждый из вас стремится, ну, к счастью, к семейной гармонии, на природу, что без трудов вот, таких вот единиц цивилизация нам не предлагает ничего. Ракетопланы, ядерные коллайдеры – это все от лукавого, дорогие друзья, это не природоподобно. Вот, поэтому нужно стремиться к природе, чтобы была чистейшая вода, чистый воздух. Ты живешь, вышел, крыльцо открыл, двери не запираются. Максимальное снижение уровня агрессии, стресса. Потому что когда у тебя на планете есть космическое изобилие, нету повода для агрессии. Нету смысла друг с другом воевать, бороться. То есть борьба может быть только межличностная, как поделить самку или самца. Если вдруг произошло сочетание увлечений. Во всем остальном мы можем прийти к планетарному изобилию и показать пример разумного существования, а самое главное показать пример приходящим поколениям, что мы можем грамотно распорядиться тем интеллектуальным потенциалом, который есть. То есть на сегодняшний день что это? Такой. Это глобальный интеллектуальный потенциал, который в силу государственного переворота не востребован на крупном транснациональном уровне. И только от нас, от граждан страны, либо же от жителей Земли, которые находятся в другой территориальной, на другой территории, зависит, чтобы это пришло в нашу жизнь. Мне часто говорят: Ярослав, вот ты станешь президентом. Друзья, мне не президентство нужно. Мне нужна летающая тарелка, дисколет, махолет, чистая вода, чтобы можно было рожать детей и быть убежденным и уверенным, что эти дети будут питаться чистыми экопродуктами, они будут мыслить не зашоренно, и не подстраиваться под эти капиталистические какие-то вот разные иллюзии. Нужно помнить, что все проблемы, которые на планете существуют, придуманы самими людьми. И мы героически, точнее даже не мы, а за нас какие-то политики придумывают эти проблемы, и мы их все расхлебываем. А можем ли мы изменить ситуацию? Да, и это зависит от нас. Большое вам спасибо.
что сохранили себя для цивилизации, и что все-таки решили открыть миру свои знания. Вы много лет не хотели давать интервью, считая, что в этом нету смысла, что больше надежда на, ну, может быть, на директоров банков или на директоров инвестиционных фондов каких-то отдельных. А я все-таки верю, что, как в принципе с Дуйновым Дмитрием Александровичем удалось произвести народное софинансирование. Вот, и в данном случае этот сюжет послужит импульсом к тому, что те люди, у которых что-то есть, и они стоят на пороге бездны, они хотят что-то оставить. И вот думая, куда эти деньги вложить, в какой-то благотворительный фонд, который там книги издает, культурное наследие оставляет, либо же вложиться, например, в вас и оставить цивилизации технологии автономной энергетики, которая радикально может изменить всю систему на планете. Ну, будем ждать. Ну, мы не просто, не только ждем, мы еще вот нашим вот работающей камеры и вносим вклад. Спасибо большое. Спасибо Ирине Сорокиной за организованное интервью и участие. Хочу вас показать, какие книги читают. Ну, это я давно читал. Да. Очень много книг плохо интересных. Да нет, у меня же их-то дикое количество. Все, завершаем сюжет, Ирина Александровна. Спасибо большое. Стоп. Снят. Я здесь и не здесь. Я везде и нигде. В сыпучем песке и прозрачной воде. Я в воздухе, что между пальцев течет. Я птица, чей вам недоступен полет. Я разум, что вам до сих пор непонятен. Я мал, и в то время я так необъятен. Я демон, что души у вас искушает. Я бог, что вас раем затем награждает. Я алая кровь, я белый цветок. Я горькая правда, я лжи сладкий сок. Я образ прекрасный, что видели в дыме. Я вечный никто. Эфир — мое имя.